Всем привет! Итак, торговые и боевые задания для повышения репутации. Во-первых, нам для этого нужен будет ром. Ром, если у вас нет на складе, можно купить в торговом доме. Вот, как видите, ром есть. Далее нам нужна будет таверна. В таверне у нас есть каперская компания, это боевые задания. Есть торговая компания. Это торговые задания. Вот посмотрим сейчас. Отметки на карте 0. Это то, что у вас доступны. Вот. И дать один ром. Вот. Как видите. И торговая компания то же самое все. В каком вы порту берете, к примеру, вот это бухта свободы, они вот тут вот по кругу будут появляться эти задания, какие вы хотите. Боевые задания, это значит у нас, соответственно, это кого-то найти, перехватить, завалить и все прочее, да? А торговые задания, это, соответственно, что-то взять и куда-то отвезти. Бывает так часто, что в один порт можно сразу взять 4 задания. То бишь вы в один порт заходите, выполняете сразу 4 задания. Чтобы брать 4 задания сразу, смотрим внимательно. Нам нужен будет навык боевой журнал. Вы можете выполнять до 4 заданий из таверны одновременно. Это раздел сражения, и это у нас боевой журнал. То бишь вы сможете сразу взять 4 задания. Мне очень нравятся торговые задания, потому что, да, бывает в разнобой по карте, а бывает в одно место все. Вот. И недалеко. Приходишь, сразу 4 задания сдал, уровень там получил, опыт получил, деньги получил, и все отлично. Но не забудьте с собой иметь хотя бы там 10 000 золотых, вот. Можно, в принципе, и 5, вот, чтобы взять задание, потому что там идет предоплата, начальная стадия того задания, да, вы как бы отдаете деньги, потом по сдаче задания вам возвращают эти деньги, и плюс вы еще зарабатываете. В принципе, неплохо, очень классно, спокойненько, прокатились, выполнили, пришли, еще взяли, но бывает ограничение на сутки. На реальные бывают ограничения, поэтому за этим следите. Если в этом порту у вас закончились, задания больше не дают, то идите в соседний порт и выполняйте там. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.